Тут такие опытные товарищи. Блин, меня сейчас будут бить ногами. Эф, предлагаю уничтожить орков. Что? 886. Блю Уинс. Элф. Никакой пощады к зеленокожим тварям. Ах, что, блин? Ё-моё, ну все, затемили. ГГ. То есть сделать баток с этим продается штрафом. Блин, 886. Трындец. Дайте эльфов, дайте эльфов, дайте эльфов. Эльфов. Не орков, эльфов. Лазилаки, привет. Орки. Я знал, блин. Я знал. Моя самая слабая раса, просто самая слабая. Кот умничка, да, она сейчас будет отвлекать просто. Так, ну поехали. Мил строим. Играем изначально в хедхантеров. Чуть позднее алтарь для того, чтобы хедхантеры выходили нормально. Плесмастер первым героем неплох. В целом, конечно, не очень герой. Это кто там еще не очень? Триса, цапни его там. Добыча близ. Сразу хрустальным чаром проверю соседей. Есть хуман. И здесь никого. Хорошо. Хорошо, что я не зажат между двумя. Это уже хорошо. И идем крепиться на соседнюю часть, как планировали. Футмены. СХ. Ко мне идет пес. Звери не лгут. Идет прям. Похоже, что идет. Или не идет. Добыча не идет. Близ. След. Я всегда один. Высвободи мою силу. Я готов к охоте. Звери не лгут. Ты чего это? Меня ведет Опс. Инстинкт. Поздоровался. Добыча, блин. Тут хуман уже строится. А тут эльф. Иска. Что? Таурен. Всем добрый вечер. Я присоединюсь. Таурен, это очень хорошо. Звери не лгут. Готов скалывать, вырвался наружу. Учуял. Шедров уже всех взяли. Это плохо. Третий герой. Рейнджерка. Ну, фиг знает. Ну ладно, Сайленс можно утилизировать. Что значит фиг знает? Ты про ульту мою забыл. Припомни, я тебе это. А, ты же можешь соколом. Хёрп вон, хелп фаст. Лол. Там уже люди, людей убивают. Кстати, хуман занимает масс-бас. Это тоже не очень хорошо. Если он еще здесь базу взял. Но я не взял. Тогда я беру ее. Что мне сделать-то против хумана? Добыча близ. А, он выходит из лимита. Так, опасно. Я готов к охоте. Добыча А мне нужны кастеры. Тебе на врагу небе. Что нас? Так, записились быстренько с этим. Грамотно. Но я ворвался очень хорошо. То есть сидел, увидел, что он идет, среагировал правильно, никого не потерял во время сражения. Получил масс экспы просто. Красный ливнул.
Ну, слушаю. 6 пало. ТТ. Нас осталось трое, товарищи. Опасная ситуация. Ну, у фиолетового плохая экономика, но... Сейчас он начнет добывать. Я тут с точки зрения экономики наделю второе место пока что только. Хум готовит танки. На меня, что ли, пойдет? Человек! Эльф сильнее! Матч. Понял. Корж. Зачем ты отдаешься? Хум портит игру мне. Высвободи мою силу. Так изрядно. Не, Хуман ватный. Меня больше пугает эльф, которому Хуман подыгрывает. У меня 3 базы, у него 4. У меня тоже 4. У тебя 5. Зажигай. Ладно, забирай одну. Спасибо. Так, мы вымышнили нычку. Пусть живые трепещут. Просто вымышнили. На 5 косарей. Моя задача хорошая экономика, но для этого надо в лимит 50 возвращаться. Но я немножко подсократил, подсейвил. А, Хуман нападает. Хуман вообще отбитый. Он сейчас нафидонит, блин. Хотя вроде ровно, я не хочу вписываться. Вроде ровно сражаются, молодцы. Не, орк выигрывает. Эльф выигрывает, точнее. Так, ну давайте попробуем поджать эльфа аккуратненько. И надо прикрыть вот эту базу. Подождем, когда эта база закончится. Правильно я сделал, что вернулся защищать экспанс свой.
Slayer's forces are under attack. The town is under siege. Что? Ум! Ну ясно. Нужна помощь! И ты думаешь, я поверю? Ну вот он, классический ПФА. Ну, понятно. Эй, помоги! Мне нужно восстановиться. Мне рушат крепость! Мне нечему атаковать. Ладно. У орка 5000 в руднике. Ну, тут как бы, извините. Пятью тысячами. Он богаче. У меня 35 лимита и 4000. Я готов к охоте. Так, ну смотрите, нам... Нам срочно надо выстраивать боровы. Что нас ждет? Брать телепорт. Чем готовиться сваливать. Мейн мне просто разобрали. Что нас ждет? Добыча близка. Ну слушайте, это походит на какой-то хейт. Я. Четвертый Блейд, не страшно пока. А у меня нет этого. А я не ожидал, что он нападет. Бегай, короче. Ладно, нет. Я готов к охоте. Приказывай. Свободи мою силу. Меня ведет инстинкт. Чем могу помочь? Двери не лгу. Хорошо, третий Сайленс. Не, надо Хомана убивать.
А, нет. Так, это опасно. Хуман укреплен очень хорошо. Так, ну хорошо, еще одна попытка. Ну что делать теперь? Блин, надо помогать. Как же с ним справиться там? Пытаемся подразводить, но как бы кодой жалко. Ну надо как-то. Как-то что-то. Так, ну что у нас? Беда у нас. Т2 не готов. А чё рабочие куда пошли? А, они здесь носят. Чего хочешь? Улучшение завершено. Мне нужно бестиарии добавлять. Причем желательно спрятать их. Не, не отсвечиваем, просто пусть размениваются. Там что эльф, что... Ой, что эльф, что орк с сопоставимой экономикой вряд ли меня убьют. ГГ, короче. Ладно, нет. Я готов. Так что нужно? Нужен телепорт. Нужно дозаказать из Фиверн быстренько, если успеем спрятать их. Ну и когда же мне выводить Фиверн? Как же с ним справиться там? Не спалив Фиверн, блин. Пора Виверну валить. У орка воздушный лимит. Эльф, нужна помощь. Что? Ты жалкий лжец. Так, ну, ситуация принимает неприятные обороты. Эльф, предлагаю уничтожить орков. Что? 886. Блю Уинс. Эльф. Никакой пощады к зеленокожим тварям. Что, блин? Ё-моё, ну все, затемили. ГГ. ГГ. Ну, а я тут ничего не сделаю. Блин. Что нас ждет? Как у неба? Звери не лгут. Так, что делать? Ну, держимся, а что нам делать? Таурен есть. Вижу его. Нам его надо перехватить.
автомобиля. Блин, мне нужна... Он спрятал воздух слева, да? Мы попробуем перехватить. Ага. Персоналка нужна для рейнджерки. Жалко. Виверну очень жалко. Мне его цепануть, но я не могу его цепануть. Сейчас как он нырнет поглубже. Все, поехали, телепорт. И уже будем его пытаться... Да, блин. Ну давай уже. Первый. Второй. Телепортируется, посмотрим, куда он телепортируется. Что нас ждет? А, ливнул, хорошо. Так, теперь остался эльф. Надо понять. Ага, и он здесь, да? Интересно, какая у него там армия. То есть сделать баток с этим продаю, со штрафом. Блин, 886. Трындец. С телепортами, со всеми. Ну, этих вообще мало. Не, здесь забейте, это очень мало. Сколько их тут? 8 штук? 8 штук. 8 талонов. А, нет, стоп. Больше, больше, там больше. Там больше, ребята. Там больше значительно талонов. Как я здесь вообще дропаться буду? Потому что талоны, дирижабли будут вжух, и все, нет дирижабля. Я не подлечу. Но без дирижаблей невозможно. Чего хочешь? Высвободи. Попытка у меня будет только одна, блин. Добыча близко. Поэтому всякие телепорты, персоналки надо сразу продавать. Я попробую. Нет, не так. Успеваем. Дропнуться, дропаемся сюда. Кто тут орк? Кто тут орк? Хорошо. Молодцы. Четко разыграли. Пойдем в поле.